вами Роман Журавлев. И для начальных людей, которые не могут играть в Roblox, покажу, как выйти из карты. Нажимаем на значок Roblox наверху. У вас должно выйти вот такая. Нажимаем на кнопочку в середине. У вас должно выйти вот это. Нажимаем на синюю кнопочку. Ждем. И все, вы вышли из карты в Роблоксе. Подпишитесь, ставьте лайк. Если хочется, могу научить еще чего-то.